Северной Корее запретили свадьбы и похороны. Правда, пока не навсегда. Временные ограничения на массовые мероприятия вводятся в КНДР до окончания съезда правящей трудовой партии. Уточняется, что подобные меры применяются в целях безопасности. Также для ее обеспечения власти запретили въезд и выезд из Пхеньяна, а вдоль границы с Китаем усилили наблюдение. Кроме того, жителям нескольких провинций на время проведения съезда придется отказаться от ношения джинсов и пирсинга. Седьмой съезд партии начнется в северокорейской столице 6 мая. Прошлое заседание, состоявшееся аж в 1980 году, продолжалось